Спикер окружного парламента Борис Хохряков уже проголосовал сегодня. С утра он приехал на свой избирательный участок в Нижневартовске и опустил бюллетени в урну. Такую оперативность председатель Думы объяснил тем, что не любит откладывать дела в долгий ящик. По его словам, с выбором он определился давно и участие в голосовании считает своим гражданским долгом. Я проголосовал по 7 бюллетеням за кандидатов в Государственную Думу, в Думу Ханты-Мансийского автономного округа Югры, в Тюменскую Думу и в Думу города Нижневартовска. Мои политические пристрастия неизменны, и они определяют мой выбор.